Всем здорово! И в этом видео я буду делать как бы разоблачение на канал IQ Option Life. Думаю, мои подписчики этот канал знают. Почему знают? Ну, потому что как бы в наших кругах, я думаю, этот канал все знают, кто вот тусуется вот в этой вот тематике. Итак, во-первых, разоблачение в чем? В том, что этот человек, Герман Паркер Иванович, торгует не на реальные деньги. То есть это все у него демо-счет, или просто ему предоставили счет, который выглядит как реальный. Или он непосредственно связан с вообще самим IQ Option, самой программой IQ Option. То есть этот человек, как бы, я думаю, от IQ Option. Почему я так начал думать, как бы, смотрите, в официальной партнерской программе IQ Option администратором был группы Герман Паркер. Вот эта вот страница. Вот это администратор группы. Вот эта вот страница. Это администратор группы партнерской программы IQ Option Life. Вот эта вот страница. Тут уже Герман Паркер. То есть все Германы Паркеры, не знаю. Может, это и один и тот же человек, но утверждать не буду. Смотрите, ребята. В чем прикол? Видите, вот это вот расстояние, ну, это его первое видео, вот это вот расстояние. Это расстояние такое на демо-счете. То есть, или он код изменил, но здесь как бы оно не сильно большое. Я уже показывал вот картинку, где реальный счет, вот какое должно быть расстояние, вот такое вот. А где демо-счет? Вот это вот расстояние. Ну, посмотрите там еще ее. То есть, смотрите, что вот это вот такое? Ну, ему, конечно, уже могли предоставить счет. Здесь 17 тысяч долларов. То есть он может вообще... В следующих видео его он уже выглядит полностью как реальный. Там ни к чему я не могу придраться. Но вот это вот расстояние только на демо-счете. На реальном аккаунте такого не будет. Дальше. Смотрите, на новой версии. Что вот это вот за размытый его треугольник? Второе. Размытый треугольник. На реальном счете вот такой вот. Все четко. Смотрите. Он никогда не будет вам размытый. То есть это или он что-то подставил, или не знаю. То есть вот на реальном счету вот такого вот не должно быть. Дальше, следующее видео. Смотрите, здесь вообще какое-то оно сжатое. И нету вот этих вот десяток. Смотрите, вот он торгует. Смотрите, появляются и потом исчезают. Ну вот как бы так. Я не знаю, откуда вот найти. Вот видео делает. Дальше. Это я вам показал. Итак, и меня еще вот поразил вот такой вот видосик. Здесь у него, видите, уже расстояние все нормальное. Но смотрите, он ставит на минутном таймфрейме, этот Герман Паркер, 15 тысяч зелени. Смотрите, 15 тысяч зелени, и он вот здесь, вот смотрите. Смотрите, поставил на минутном таймфрейме 15 кусков зелени в одну сторону. Вот вниз он поставил 15 тысяч. Смотрите, график вот так вот стреляет вот вверх, и он проигрывает все свои 15 тысяч зелени. Скажите мне, сколько это нужно зарабатывать, и чтобы на 2 минуты он поставил, чтобы на 2 минуты ставить 12-15 тысяч долларов в одну сторону. Или, не знаю, или это нужно быть миллионером, или... Да даже если человек много зарабатывает, он ценит эти деньги, и он никогда не будет, умный человек никогда не будет ставить 15 тысяч зелени в одну сторону. Или у него с этих денег идут отчисления, и он просто ставит. Или он как-то связан с IQ Option, и это просто счет выглядит как реальный. Вот давайте досмотрим это видео. Вот он здесь там выигрывает, проигрывает, выигрывает 23 тысячи, вот 18 тысяч. Вот было 15, то есть 3 тысячи русские не сдаются. 3 тысячи долларов вот так вот срубил. Что еще здесь я вам хотел показать? Я здесь все настроил. Вот он, Герман Паркер Иванович. Вот, выводил он 50 тысяч долларов. Вывел 50 тысяч долларов, смотрите, на WebMoney. Ну, это ладно, тут... Ну, вывел так вывел, не знаю. Показал он, ну, здесь это такое видео, я не знаю. Раз заработал 50, значит, молодец. Дальше. Еще, что еще хотел сказать? Ну, вот вы сами думаете, я ничего, конечно, не могу утверждать, но решать вам,
вы как бы, у вас есть свое мнение, и я не знаю. Дальше, он даже, он гонит на усатого трейдера, что усатый трейдер торгует по Мартингейлу, там это сливная стратегия, а сам вот тоже торгует по Мартингейлу, создал робота для IQ Option. Создал робота для IQ Option, который тоже торгует по Мартингейлу. Там на 7 ставок или ну, на сколько хотите там ставок он создал робота, и тоже этот робот может проиграть. То есть такой же Мартингейл. Ну не знаю, если бы у человека были вот такие вот деньги, то, короче, я не знаю. Дальше. Это я вам показал, это я вам показал. Еще такое. Вот у него сайт есть. Дальше, Герман Паркер. Этот человек, вот его страница, ну как бы нету фотографий. То есть, если бы ему не было что скрывать, он бы, я не знаю, вот как другие, какие каналы, там, Умный Инвестор или там Добрый Трейдер, Егор Куб. Они все показывают себя, то есть им нечего скрывать. И мне как бы нечего скрывать. А этот человек как бы скрывается. То есть думайте сами, решайте сами. Но мое мнение такое, что это вот все демо-счет. Ну какой бы человек вот торговал бы вот так вот, ставит себе и торгует просто 18 тысяч долларов за одну минуту. Смотрите, ставит 5 тысяч поставил. Еще раз поставил 5 кусков. То есть тоже просто на минутном графике просто ставит вот по 5000. Дальше это все. Ну, во-первых, почему как бы меня это все насторожило? Потому что администратором партнерской программы IQ Option был вот, вот этот вот человек, Герман Паркер. То есть, я не знаю, может это реально один человек. Еще одна, у него ссылка на IQ Option. Смотрите, какая ссылка. Тысяч, он тысячный, то есть он с самого начала в IQ Option. То есть у меня уже здесь где-то 20 тысяч, а у него только 1000. То есть он с самого начала как бы начинал. И вообще, думаю, этот человек связан с IQ Option. Они ему предоставили такой вот счет. Ну, все, что я хотел, как бы я вам рассказал. Много я там читал комментариев, люди тоже говорят, что это все нереальный счет, потому что, ну, хотите верьте, хотите нет, то есть, посмотрите вот еще вот эту вот картинку. Ну, ему уже могли предоставить счет, это такое, это он может здесь там сделать. Я тоже могу себе, кстати, в своих видео тоже могу себе нарисовать там много ноликов и торговать, мол, я очень крутой там чувак. Короче, я все рассказал. Такое вот разоблачение. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.